Аббат Маркус, мы ищем укрытие от непогоды. Открыть ворота! Что вас сюда привело? Господь нас ведет в Кентербери. Нам нужен лишь кров. Вы его получите. И пищу тоже. Вы добры к слугам Господним. На вас знак тамплиеров. Но мечей вы не носите. Этим людям больше не нужно драться. Храмовники скрывают свою веру и путешествуют без мечей. Как благородно. Барон, Господь свидетель. Им нечего скрывать. Аббат, оставьте уверение. Они воевали против короля, а теперь вы ночуете в королевском замке. Этим людям есть что скрывать. Вот вы, что скажете? Ничего. Они дали обет молчания. Бессловесные тамплиеры. Очень хорошо. К рассвету уйдете. Быстро, назад! Маршал, беря под попечительство людей, давших обет молчания, я прежде всего узнаю, что привело их ко мне. Я знаю, тамплиеры для вас нелегкое бремя. Знаю, сколь глубока ваша рана. Крест на вашем одеянии – символ вашей веры в волю Господа. Но вере не должно быть мукой, терзающей вашу душу. По прибытии в Кентербери я попрошу вас в ту же минуту оставить орден тамплиеров. Уже видны башни. Есть глоток? Хорошо пошла? Да, потеплее стало. Эй, вперед! Вы видели флаги короля? Ага. Еще одна легкая победа. Ворота так и открываются. Тащи его! На колени, предатель! Твоя рука, Дарни? Ваше Величество, бароны, угрожая смертью, принудили меня подписать ее, предав вас. Понимаю. Сдернуть! Это безумие надо остановить. Откройте дверь. Его спор не с нами, но если вы трое предстанете перед королем, все закончится смертью.